СБУ в Одесской области задержало мужчину, который проходил службу в пограничной охране, так называемого МГБ ЛНР. Кроме своих персональных данных, задержанный сообщил информацию о кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, а также данные о перемещении военной техники из России через пропускной пункт Дьяково, который расположен на временно оккупированной территории Луганской области. Мужчина заявил оперативникам, что он вступил в террористическую организацию добровольно. Также неоднократно при несении службы в наряде я видел технику, которая передвигалась со стороны российской границы. Это была военная техника, военные автомобили «Урал», различного рода гусеничная техника, танки, БМП, БТРы также проходили на территорию Донецкой и Луганской областей. Террорист признался в содеянном и рассказал о незаконной деятельности российских спецслужб, находящихся на временно оккупированной территории. Мне стало известно, что в Луганске в помещении МГБ находятся российские спецслужбы, именно ФСБ, которые являются кураторами спецслужб МГБ ЛНР. Признание задержанного не спасло его от сообщения о подозрении в членстве террористической группы. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.